Очень большая дилемма израильтян. Куда же пойти с детьми на праздники и не только, потому что очень часто я слышу такую проблему, претензию и сам иногда с ней сталкиваюсь. Куда же пойти с детьми? Так вот, в принципе, все на самом деле очень легко и просто. Надо просто открыть интернет и посмотреть, что есть на тот или иной праздник, на тот или иной выходной или на тот или иной период в Израиле, в разных городах нашей замечательной страны. И вот на выходные прошлые, которые были, я решил пойти в удивительный мир насекомых, который находится в городе Герцелия, в каньоне Арена. Я не знаю, сколько еще времени это продлится. Можно зайти к ним на сайт, ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии, можете посмотреть по числам и прочее. В принципе, билет туда не такой дорогой, если у вас есть Manui Pass или же разные другие там кредитные карты или другие скидки, то можно отыскать входной билет за 39 шекелей и прочее. Так, если я не ошибаюсь, вход обычный без каких-либо скидок стоит 59. Я туда пошел, то есть думал, что будет громадное такое шоу, да, ну шоу было, шоу-программа там есть. Вот, ну, в принципе, туда можно сходить, но это именно сходить на один раз. Там есть вещи, которые я не показываю в данном ролике, потому что освещение было там не очень, скажем так, хорошее, которое любит камера, поэтому я вам показываю конкретно то, что есть, то, что осталось с нормальным качеством. Снимал, кстати, я пытался и на камере, и на телефон, в конце концов, плюнул, остался и снимал это через телефон Google Pixel 7 Pro. Но дело не в этом. В принципе, в Израиле всегда есть куда пойти, надо просто искать. Есть очень много сайтов и есть очень много разной интересной информации, которую можете всегда найти. Ребят, всегда в Израиле есть куда пойти. Да, иногда выбор не очень велик, но он есть, потому что всякие, скажем так, аттракционы и прочие всякие шоу в Израиле уже прелесть и хочется чего-то нового. И вот конкретно это такое место, оно новое, оно недавно открылось, повторяюсь, я не знаю, сколько времени оно продлится еще, но я думаю, что вы после просмотра данного видео сможете решить, стоит вам туда идти или нет, но самый большой и самый частый вопрос, который я слышу, что в Израиле некуда пойти с детьми. Ребят, с моей точки зрения это не так, потому что в Израиле есть куда пойти, и даже несмотря на то, что у нас есть война, но жизнь продолжается, и наших детей и нас надо иногда выводить, гулять, дышать воздухом и не только. Я надеюсь, что данная виртуальная экскурсия вам понравилась. Это небольшое коротенькое видео в почти 3 минуты заслужило лайка или подписки с вашей стороны. С вами был уважаемый Евгений Пугач. Всем чмоки-чмоки, пока и шалом.